Куда же девать весь собранный мусор? Вот пройдя по той дорожечке. Значит, вот здесь есть баки. Они находятся, вот видите, рядом со спортивным комплексом «Искра». А напротив, кстати, построили теннисный комплекс. Ну, не знаю, теннисный. Ну, теннисный, в общем, называется, в общем, корт. Вот. Ну и находясь на таком этом сосредоточии спортивном, пришла мысль, да, о том, на что мы тратим свое время, да. То есть вот какая польза от того, чтобы гонять там ракеткой мяч, да, или плавать тут супер быстро. А польза есть, да? Ну, 15-20 минут потренировались, да, для поддержки духа. Я сейчас имею в виду все вот эти вот рекорды, да, первые места. А какой в них прок? И, соответственно, как это говорится, критикуешь — предлагай. Предлагаю. Не знаю, кто придумал эти виды спорта. Ну, может быть, люди, у которых все было чисто, да, и как-то хотелось поддерживать физическую форму. А так как у нас, ну, не так все классно. Нет, здесь-то все, конечно, круто. А вот сейчас мы углубимся чуть по тропиночке, пройдем около этого теннисного мероприятия, да? Что мы видим? Что-то как-то уже тут не камильфо, как говорится. Вот. Значит, предлагаю. Наше изобретение, да, русский вид спорта, называется чистоган. Устраивайте, короче, соревнования, кто хотите быстрее, хотите чище уберет свой двор. Да? Вот прикиньте, если бы у нас был такой вид спорта. Вот проходит у нас чемпионат мира по чистогану. Вау! И все. И какое наследие, да, после этого? А чисто будет в городе. Прошел чемпионат мира по чистогану. Да? Приехали люди из разных стран перенимать опыт. Да? Ну, допустим, в какой-нибудь стране все и так уже чистоган. Египет там, например. Пустыня, вообще песочек. А хочется поубирать. Хочется быть полезным. Ведь мы для чего-то родились на этот свет. Да? И вот они приезжают к нам. Опа, короче, соревнуются с нами. Или просто говорят: ой, ребята, блин, ну дайте, хотим быть полезными, да, ну у нас что там убирать? Один песок. А вот, смотрите, какая красота. Травка, да? О, прелесть. Так просто нравится это делать. Здорово же, а? Вот, короче, вот такое обращение. Не знаю кому. К президенту, ко всем неравнодушным. В общем, новый вид, олимпийский, если угодно, вид спорта. Чистоган. А, все четко и понятно. Что делать? Убирать мусор. А? И результат виден. Чисто становится. Как-то так. Мира и добра всем.